Купили соковыжималку Vitec 3653 мощностью 1 кВт. Так, у нее есть два режима, две скорости и импульсный режим. Я так понял, когда надо, ну, на некоторое время включить и кратковременно и выключить. Так, стаканчик у нее 0,6 литра с отсекателем пены. Также контейнер для сбора жмыха. Горловина у нее внутренний диаметр 70 мм. Сепарирующая тарелка, она же ситечка с ножами. Диаметр у нее достаточно большенький. Видел соковыжималки, где тарелочка небольшая, но у них и мощность меньше. И менее киловатта мы брать просто не хотели. На данный момент я бы, наверное, купил даже больше по мощности. Так, в принципе, у нее все устраивает. Мы уже 15 килограмм яблок пропустили. Получилось примерно 10 литров сока. Вот этот черный пластик имеет некоторый запах. Если прозрачный, без запаха, хороший, качественный, черный немного попахивает. Но, может, со временем уйдет, хотя сомневаюсь. Вот это единственный минус. Яблоки мы переработаем на сок. Отожмем. Их вычистили. Люди целиком кидают яблоки. Нам бы этого не хотелось. Так, еще заметили, в процессе эксплуатации, если мы яблоки давим толкателем, они, не успев отжаться, улетают в контейнер вместе со жмыхом. Не отжатая, а влажная масса уходит. А когда кидаешь яблоко и не давишь, оно там прыгает, его потихоньку с него обдирает мякоть. И тогда он успевает очень хорошо отсепарироваться, и жмых, ну, такой достаточно суховатый вылетает. Сейчас мы попробуем продемонстрировать.